Весна, весна, пора голды. Голды? Хватит сочинять, танкист! Много голды или премиум танк всего за 149 рублей на vodkit.ru. А хочешь весны? Ежедневно участвуй в раздаче 5000 золота. Ссылка в описании. В одном из случайных видео Маракаси будет разыгран танк-защитник. На случайном стриме будет разыгран, а также второй защитник. В каждом видео можно выиграть голду. Для выигрыша напиши свой ID ВКонтакте и игровой ник, а также осмысленный комментарий. Поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Спасибо, бро! Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о довольно интересном нововведении, которое может в дальнейшем появиться в игре. А может и нет, почему именно так? Да потому что его рассматривают сейчас в компании, но могут, так скажем, и не ввести. Хотя такая вероятность все-таки присутствует. Многое будет зависеть еще от того, как к этому отнесутся игроки. Но на мой взгляд, очень хорошее и замечательное нововведение. И что же это такое? А говорю я о определенных подарках и акциях специально, индивидуально для каждого танкиста на день рождения. Вы, наверное, скажете, что за бред, Миха, что за фигню ты придумал опять? Нет, это не фигня, это на самом деле уже давным-давно практикуется во многих онлайн-играх. Не во всех, конечно, но, например, корейские, там китайские и многие другие вот такие вот многопользовательские игры, там про эльфов и все такое, и не только практикуют такую практику индивидуального подхода к клиенту. Это на самом деле очень даже хорошая практика, так как если игрока просто поздравить с днем рождения, его днюху, то он уже будет очень рад, и на самом деле он будет гораздо лучше уже относиться к игре, если она ему изначально нравится, еще и такое происходит, что она его поздравляет, но это так вообще замечательно, я считаю. И вы, наверное, скажете, ну, это будет много мошенничества, много обмана, что будут переставлять дату. Но дело в том, что будет выставляться всего один раз дата на аккаунте своего дня рождения, и больше изменить ее нельзя будет. То есть тут обман исключается. Естественно, вам там не будут дарить премиум танки 8, 7 и даже 6 уровня, но, например, резервы или что-нибудь такое, ну, небольшое, но, тем не менее, подарок какой-нибудь там или X2 на целый день, это вполне можно. Зачем это делать? Опять-таки, это делается для того, чтобы улучшить отношение игрока и, в общем-то, компании. Потому что чем довольнее игрок, тем выше прибыли. Об этом, в общем-то, давным-давно известно. Потому что, когда игрок испытывает удовольствие в игре, какой-то позитив, то и больше он донатит, больше он проводит времени в игре, и она его радует. И вот такие вот мелкие детали, они на самом деле очень важны. Ну, согласитесь, было бы, по-моему, замечательно, чтобы вас поздравили с днем рождения, еще дали какую-нибудь халяву в игре. Наверное, найдутся люди, которые скажут, тебя должны там поздравлять друзья, родственники, но это и так понятно, и так все будет в таком духе, то есть вас будут все поздравлять, но если еще и индивидуальный такой подход будет, то это, по-моему, замечательно. И это только даст дополнительных плюсиков в игре и даст дополнительную мотивацию игрокам проводить время в танках. Ну и кроме того, можно даже заработать на этом, ну а что скрывать, потому что многие так делают, компании, ну, там индивидуальную какую-нибудь скидочку на какой-нибудь премиум танк. Это вполне было бы уместно. Ну, бесплатно какой-нибудь подарочек там. И еще, может быть, какую-нибудь скидку на премиум танк. Это вполне, я считаю, можно такое сделать. Ну и такие вот дела, такая вот информация. Будет ли это у нас в игре в дальнейшем или нет,
пока еще точной инфы нету. Если действительно появится такая возможность, я лично, да и многие игроки наверняка будут рады. Пишите в комментариях, что вы думаете. Также не забывайте оценивать видео. Буду рад, если видео вам понравилось. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока.